В воскресенье в Самарской области ясное небо без осадков. Днем 13-15 градусов тепла, ночью плюс 5, плюс 7. Ветер западный, южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 13, ночью 7 с плюсом, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ночью 7 с плюсом, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 12 градусов, ночью 6 выше 0, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.